Добрый день, меня зовут Анастасия Островская. Давайте заглянем в одну из квартир. Первое, на что вы обратите внимание, то, что потолки свыше 3 метров. Панорамные окна создают ощущение воздуха и пространства. А также наши квартиры будут иметь прекрасный вид на историческую застройку и на будущее, перспективу квартала. Некоторые квартиры имеют радиусные окна, которые были изготовлены для нас на заказ. Это архитектурная изюминка, которая впервые используется в Беларуси. Окно и конвектор повторяют геометрию угла. Мы подумали о том, что будет комфортное, удобное планировочное решение с мастер-спальней. Это когда есть выделенная гардеробная и отдельный санузел. Это комфортно, когда утром вы просыпаетесь, принимаете душ, одеваетесь и идете пить кофе с видом на город. Просторная кухня-гостиная позволит вам собрать всех своих друзей. Представьте, как здорово назначать званые ужины.